здравствуйте, друзья. Зашли перекусить в столовую «Виноград». Взяли картошку фри. 120 рублей тарелочка стоит. Две куриные котлеты, одна рубленная, другая прокрученная просто. По 80 рублей. И окрошка 90 рублей. Окрошку они делают, значит, сметана, минералка и перец. Внутри редиска резаная, огурец, яйца, лук, укроп. Вот все, что я заметила там. Ну, так по вкусу очень даже вкусная окрошка. Вот. Мы берем всегда одну порцию на двоих. И вот сидим все еще, пока никак не доели. Сергей, он покурил, сейчас придет. Море прямо напротив нас. Можете видеть, какую красоту. Ну, в общем, как-то так сидим. Спешить нам некуда. Сидим, отдыхаем. Хотим сходить на речку, поискать шарика, как он играет. Камушки. Получится? Нет, не знаю. Друзья, я обещала вам показать окрошку, которую делают в столовой «Виноград». Вот я вам ее показываю. Очень хорошая окрошка. Нам тогда она очень нравилась. Сходила в центральную столовую, взяла нам ужин, две тефтельки и котлетку по-киевски, картошку с подливой. Так, данное блюдо мне обошлось 288 рублей. Пюре картофельное 50 рублей. Можете видеть, что его тут немало. Так, котлета по-киевски 110 рублей, тефтели в соусе 2 штуки 80 рублей, кофе взяла себе 3 в одном 35 рублей, ну и ланчбокс вот этот, контейнер 13 рублей, вот такие вот цены. Так, взяли мы также сегодня клубника-земляника, вот такая домашняя, ароматная, сладкая. Так, также взяла я вот такую рыбку копченую, султанка называется, такая вкуснятина. И барабулька холодного копчения, вот такая рыбка. Так, эта рыбка мне обошлась 80 рублей одна, а барабулька мне обошлась 100 рублей. Здесь их примерно... Ну, я попросила 10, ну, здесь их пускай 12 штучек рыбок получилось. Так, на завтрак я себе взяла вот такую лодочку с курицей и с сыром. Так, она у меня получилась на 80 рублей, вот такая лодочка. Так. И взяла знаменитый копченый сыр. Так, вот такой сырок копченый. Мне он очень понравился, не очень соленый. Сейчас вам покажу его, разрежу. Так. Вот такой внутри сырок. Сейчас я покушаю. Вдруг мне что-то не то продали, что давали покушать.
такой кусочек сорта. Класс. Такой вкусный. С ума сойти. С песком. Красота.